Здрасте. Здрасте. Привет. Здорово. О, вот и он сам, Гордей Кабачков, чемпион-олимпиец. Я же вас не задираю, Ложкин. Ну и вы не задирайте. Что, у вас других дел нет? Я вас поздравляю, рекорд установили. Такого еще не было. Какой веселый и находчивый. А значит, аэды играли на кефарах, да? Это ценное открытие. А скажите, Кабачков, какая разница между телемаком и телеграфом? Здрасте. 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 Телеграф за углом, сходите, увидите. Николай Иванович, да? Вы завтра на защите будете? Так говоря, покрывался поспешно оружием пышным. И тогда, Менелай, ты расстался бы с сладкою жизнью в мощных руках Приемида, далеко сильнейшего мужа, если б тебя удержать не воздвиглись цари и герои. Сам повелитель мужей, Агамемнон пространно державный, за руку брата схватил, называл и вещал, убеждая: ты иступлен, Менелай благородный, такое безумство вовсе тебя недостойно. Смири огорченное сердце. А? Этот эллин мог что угодно. Необыкновенной одаренности был человек. Говорят о его наивности. Но позвольте, гений всегда наивен. Причем можно быть наивным, но это не гениальным. Вы знаете, вчера перед сном я перечитывал схватку Тевкра с ликийским героем Главком. Ох! С Кабачковым, однако ж, и он бы не справился даже. Трудная тема. Стало быть, завтра. Дождались пресветлого праздника. О, боже мой. Да. А я до последнего не верил. Чему же вы не верили, если поставили на защиту? А вот рассудку вопреки не верил. Кабачков, в сущности, несчастный и малый, мизерабелис. Жалостливый вы очень, Аркадий Глебович. Не горячитесь. Кабачков не такая величина, из которой стоит повышать голос. Трудные, трудные случаи. И так всякий день. Вот и занимай директорский пост. Всю дочку уговорил. И хорошо сделал. Почему же? Вам повезло. Вы под влиянием женщины. Мужчина не то не сё. А женщина дает ему общее направление, какую-то определенность. Так. Ярослав Борисович, машины не будет. Ваша дочь уехала. Ничего. Я пешочком. Это даже полезно. Воздух, движение. Пожалуйста. Спасибо. Ну что ж, на сегодня все. Это вы? Здравствуйте, Арест Иванович. Здрасте. Гордей дома? Дома. Дома ваше сокровище. Спит. А вы, Арест Иванович, как будто не в настроении. А почему я должен быть в настроении? Я, видите ли, не в настроении. Просто смешно. Грубый вы человек. Я грубый. Допустим, я грубый. А он? Ваш, Горушка. 3 года только и слышно. Диссертация, моя диссертация. Какая диссертация? Он сам говорит, что степени не видать. Трудно даже себе представить, как я глуп. Разнюнился, расслюнявился. Земляка встретил. Ну и что с того, что он земляк? Просто как курица раскис. Молодой ученый диссертацию пишет, своего угла нет. Пустил его к себе,
То ему не так, это ему не так. Спрашивается, кто тебя держит? До сих пор не обедал. Где там? Ты мне можешь сказать, какая-нибудь надежда есть? Да прекрати жевать свой огурец, никто его не съест. Кусок в горле застревает, все завистники кругом. Оставьте вы его, наконец. Заинька, что там слышно? Больше всех Ложкин по стене копает. Ну надо же, а ведь женился совсем недавно. А я еще верила, что брак исправляет людей. Такого только тюряга исправит. Горушка, ты, главное, не падай духом. На защиту все-таки тебя поставили, а это уже победа. Я убеждена, у них рука не поднимется. Господи. Еще как поднимется. Вот при открытом голосовании, когда надо, тогда не поднялась бы. А при тайном свободно поднимется. Хотя, конечно, если бы голосовали открыто, в моем присутствии, тут еще можно надеяться. А так, на Шко и ты пойдут кивать один на другого. Ничего нет хуже тайного голосования. Пережито какой-то. Главное, как-то все это несерьезно. Вроде игры. Что-то в этом есть глубоко не наше. Чего нашему человеку таится? Наш человек должен голосовать открыто, с открытой душой. А так, тайны, тайночки, интриги одни. Прав. Прав. Видите, какие у него мысли благородные? Да, мысли он набрался, не отрицаю. Ему еще не мешало бы набраться знаний. Молчите уж. Вы не лучше Ложкина. Слушайте, вы знаете, простите меня за резкое слово, но вы просто... Вы сейчас просто сказали нелепость. Вы что думаете, я... Да я... Я всей душой желаю ему успеха. А вот вы... Управ делами этого института. Авторитетная, как говорится, женщина. Ну что сделали вы для того, чтобы его поддержать? А что? Все, что от меня зависело, я сделала. Как видите, его поставили на защиту. Но я должна сохранять приличие. Мне неудобно подчеркивать мое отношение. Ну да, конечно. Вам, конечно, неудобно. Всем неудобно. Только сидеть у меня на шее удобно. Такая, понимаете, удобная шея. Слушайте, я вам говорю совершенно официально. Если он не будет кандидатом, имейте в виду, я ему укажу на дверь. Ах, я давно вас раскусила. Вам важен не человек, вам важен успех. Так вот, дорогой мой, найдется другая дверь, и она откроется перед ним. Я спасу тебя. Именно я тебя спасу. Ты еще не знаешь, что может женщина, когда она любит. А ну-ка, давай вспомним, кто у нас в ученом совете. Да ну и к шутам. Погоди, погоди. Давай переберем каждого, одного за другим. Директор, знаменитый ученый, ничего не скажешь, но слово дочери для него закон. Анютин, знающий человек, но сердцем это младенец. Колесницын. Грубиян. Да он только представляется грубияном. Я-то знаю его добрую душу. Витальев, этому все безразлично. Этого ты сумеешь уговорить. Да их там 19 человек. Да, 19.
И к каждому из них ты пойдешь. И каждому из них ты скажешь. А я-то вас и не узнал бы. Разбогатеете, не иначе. Какое ж там богатство? Как? Я говорю, какое богатство? Я ведь знаю, что завтра произойдет. Как? Рассчитывать мне не на что. Видите, милый, в вашей работе, конечно, есть свои недочеты. Что ж делать? Феци квод потуи. Как? Говорю, что делай, что можешь. Ага, да. Знаю. Но вы оглянитесь на мой путь. Куда? Я говорю, на мой путь оглянитесь. А, да-да, с удовольствием. Я ведь, Аркадий Глебович, рос без родительской ласки. Родился ты в детдоме. Где? В детдоме! А. Что скрывать, сирота? Нас там было 150 душ. Сколько? 150 человек. Из детских лет я стремился к знаниям, к науке. Меня не развивали, а я рвался к ней. Я что, расстроил? Нет, я прекращаю, нет, ничего. Прекращаю. Но скажу вам, что работал я честно, видимую продукцию дал. А завтра будет публичная казнь. Как? Казнь! Казнь! Ну что вы, Господь. Ну а что, 19 голосов, 19 против. Аркадий Глебович, вот если бы один голос был за. Да. Ну хотя бы один голос. В принципе-то он ничего не решает. Но вот позора такого не будет. А?
Извините, там у вас не заперто? Вы Гордей Петрович, если не ошибаюсь? А вы меня помните? Я вас отлично помню. И я вас помню. Вы тогда на вечере в институте были в черном платье без рукавов. Проходите. Мерси. Вообще говоря, я к папочке вашему, Ярославу Борисовичу, но теперь я очень рад, что так получилось. Мне ваш совет жизненно необходим. Вы его получите. Благодарю. О, благодарю. Против меня Ира Ярославна заговор плетется. Представляете? Это интересно. Продолжайте. Ложкин. Ложкин. Вы его хорошо знаете. Один из организаторов. Атмосфера вокруг. Дышать не хочется. И вот в такой обстановке я вынужден вносить свою работу на суд. А это мои детища. Я понимаю. Я сама автор. Вы женщина. Вы матерью можете быть. Не надо об этом. Нет, я к тому, что... Что я должен чувствовать, когда я вижу, какая судьба готовится моему ребенку? Я диссертацию имею в виду. Ну, возможно, я не гений. Возможно, моя работа имеет недостатки. Спорные места. Так... Укажите на них, помогите исправить. Правильно? Но зачем же на корню уничтожать человека? Запомните, Гордей Петрович, мыслящий человек отстаивает себя в борьбе. Вы готовы к ней? Да. Вот вам моя рука. О, боже, какая мощь. Извините, нечаянно. Нет, нет, это ничего. Таким и должен быть мужчина. А почему вы не приходили? Я вас звала? Я думал, вы из вежливости. И потом здесь у вас Ложкин всегда. Ну, дался вам этот Ложкин. Ложкин женился. Ему, видно, дома очень весело, вот он сюда и ходит. Что его окружает? Будни. А здесь? Дразнящая интеллектуальная игра. Пряная, терпкая атмосфера. О! Ну, послушайте, вы трагически самолюбивы. С вами того и гляди. Это ведь не сказано. Это только в ресницах. В ресницах. Вербуйте меня.
заключении от всей души благодарю всех тех, кто сделал меня тем, что я есть сегодня. И прежде всего нашего уважаемого директора Ярослава Борисовича Гребешкова, а также Филиппа Филипповича Колесницына, Евгения Евгеньевича Витальева, Елизавету Сергеевну Сычеву, Аркадия Глебовича Анютина, Ивана Петровича Сидорова, Николая Васильевича Трофимова, Георгия Александровича Зубова и многих других. Благодарю за внимание. Эпохально. Ну как, поставили на защиту, я... Дальше идти нет. Пошли голосовать. Я не знаю, по-моему, он говорил очень содержательно и выразил благодарность всем. Ну хорошо. А если, предположим, 9 против, а 10 за? Здрасте. Вы, Надежда Павловна, сегодня как Сикстинская Мадонна. Отдали младенца человечеству. А вот вы ему враг. Да что вы, я даже не член ученого совета. Я черного шара и то положить не могу. Я никого не забыл поблагодарить. Вы были трогательно милы. Оппоненты-то каковы? Точно их месяц сырым мясом кормили. Забудьте о них. Не они решают. Все завистники. Завистники вокруг. Пусть я знаю вас не согнуть. Дуб не гнется, но валится. Посмотрите на меня. Демонские глаза. Пошел. Благословляю вас. Ну, если так. 9 против, 9 за, а один бы сдержался. Никого не забыл поблагодарить. Меня забыли? Я вас 40 минут слушал. Уйди отсюда. Никого не забыл? Ну, что я по списку следил, ну. Да успокойся, всех ты поблагодарил. Ну, Ложкин ходит, интригует. Понимаешь, ну, ходит, зараза. Ну что, жизнь на этом кончается, что ли? Уедем в Ростов, там у меня родственники, их в городе знают. Тихо! Слышу. Прошу, товарищи. Единогласно. Единогласно против. Единогласно за, черт побери! Thank you.
навозе. В навозе, друзья мои, мы с вами сидим. Неуч, свистуль, как гусь лапчатый, нас умников вокруг пальца обвел. Вы-то, Аркадий Глебович, вы-то как за него проголосовали? А что же я? Что мне было делать? Стоит молодой человек, без науки жить не в состоянии. Ну, способностей нет, так это уж не вина, а беда. Как же мне его оттолкнуть? А, вы известный либерал. Елизавета Сергеевна, ну вы женщина крутая, решительная. Вон какими собаками командуете. Вы-то как? У меня характер воск. Вот видите. Меня всякой разжалобить может. Что требовать от мужчин? У меня к мужчинам требования облегченные. Да? Да. Да и боязно как-то. Скажешь ему слово, а вдруг слезы. Вот ты, Евгений Евгеньевич, при всем его ироническом уме. А что ж, человек чуть не в ногах валялся. Я и подумал, ну, будет один голос за, раз уж так хочется. Все-таки разнообразно. А вы что, Филипп Филиппович? За инквизитора. Вы ведь тоже оплошали, сударь мой. А, уж так самокритичен был Мазурик, просто с землей себя сравнял, думаю, черт с тобой. А ведь положение создалось просто постыдное. Все мы вместе, забросив свои дела, должны были приводить его сочинение в божеский вид. Выхода не было. А ведь прочли бы эту, с позволения сказать, диссертацию в том виде, весь наш институт раскассировали бы. А в него вложена вся наша жизнь. Зато теперь об этой работе заметку тиснули. На старости лет стали мошенниками. Успокойтесь, Филипп Филиппович. Мы промахнулись, все очевидно. Пожалели по-человечески. Не надо стыдиться хороших чувств. Но сейчас мы должны с ним расстаться. Он и сам поймет, что оставаться ему нельзя. И забыть его через 2 недели. Диоген. Гигантский ум. К тому же, теперь он больше не говорит. Моя геркулесова пята. Прогресс. Хоть в академике. Как радостно на природе. Я вся солнцем напоена. Я хочу, чтобы ты управлял машиной. Тебе идет управлять. Я когда-то баранку крутил, только мне не дали права. Права не дают, права берут.
Здравствуйте, Надежда Павловна. Ярослав Борисович у себя? Он занят. Пожалуйста. Возьмите это. Вы ему враг. Не вам же. А это одно и то же. Не понимаю, что вы против него имеете? Его все оценили, кроме вас. И вы это видели по голосованию. Вот открытка пришла. Человек его несколько лет не видел, а забыть не может, пишет. Митрофан Тиходонский. Да, это трогательный факт. Кстати, увидел сегодня вашего героя. Катя в директорской машине рядом с Ираидой Ярославной. Эти детали меня мало интересуют. Когда это было? Часа два назад. О! Здрасте. 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 А? Вот он какой. Так весь и пышет злобой. Шут с ним. Катаешься? А почему бразок не прокатиться? Мы люди культурные. Она тебе не компания. Ну, знаешь, сам разберусь. На. Чего? Кто это? Так, один дурачок. Все? Против тебя что-то затевается, я слышал краем уха. Поздно. Вот они где все. Видите, представляете себе, я прихожу в редакцию, а книжка моя тю-тю. Ну, весь не старший ему отдали. Ну, какая-нибудь рука. Честное слово, какой-нибудь близкий человек. Нет, я не знаю за ним никакой родни. Его послушать он... Общий поклон. А, Гордей Петрович. Прошу. Как чувствует себя Гордей Петрович? Мерси, не жалуюсь. Хотелось бы нам, вашим старшим коллегам, узнать ваши планы. Что вы представляете себе? Как вы представляете себе ваше будущее? Ну, какие могут быть планы в такой напряженный период? Трудиться бок о бок с вами, засучив рукава. Видите ли, мы посовещались. Надо вам раздвигать горизонты. Ну, долгое сидение в одном институте. Спасибо, конечно, за заботу, за ласку. Но я научным окружением удовлетворен. Позвольте, Ярослав Борисович, мне. Да-да, пожалуйста. Послушайте, молодой человек, вы понимаете, что вам здесь оставаться нельзя? Нет, не понимаю. Вы нас, сударь мой, обманули. Я? Иначе какой же лопух за вас бы голосовал? Вы голосовали так, как подсказала вам ваша научная и гражданская совесть. Кабачков, а вы, я вижу, тонкая штучка. Вы считаете, что мы всю жизнь должны переписывать вашу стряпню? Голубчик, вы честный, порядочный человек, я в это верю. Давайте расстанемся с вами по-хорошему, так сказать, бонафиды. Да что, я тронутый? С какой стати-то? Место у вас есть, отзывы у вас есть, в прессе пишут, что я достойная смена, диссертации печатать будут. И потом я люблю наш институт, я все-таки в нем вырос. Вырос!
Я недавно встретился с товарищем Ивановым. Так вот он прямо мне сказал. Не выиграть дурака! Здесь из тебя вырастили вот научную силу. Так вот здесь и работай. А если ты хочешь уехать, он говорит, значит, ты не любишь свой город. И называется это дезертирство. И тогда я понял, что мой отъезд был бы идейно ошибочным. Позвольте. Разве товарищ Иванов знает всю подоплеку? Да, пожалуйста, если хотите. Может узнать. Впрочем, поступайте, как знаете. Вы взрослые люди. Я ведь огорчать вас не хочу. Я вам всем обязан. И даже если нам придется расстаться, я сохраню свою благодарность к вам. И всем всегда, по каждому поводу, буду говорить, кто вывел меня в люди. Общий поклон. Поднес я им компот на сладкое. Что, зайдешь сегодня? Сегодня я занят. Зачем ты только защитил эту дурацкую диссертацию? Что? И это говорится о работе, которая получила всеобщее признание? Кажется, я вас сильно ошибался, Надежда Павловна. К черту, к бабушке! Чтоб духом его здесь не пахло. Такого прохвоста часу терпеть нельзя. Вот уж правый экземпляр, не сразу найдешься. Свойство истинного ума – сознавать пропорции. Я прошу прощения. Что такое Кабачков? Где он? Дайте мне микроскоп. Я хочу рассмотреть его вооруженным глазом. Вы представьте себе на минуту. Огромная четвертьмиллиардная страна с семимильными шагами идет по пути научного прогресса. Что такое Кабачков в этом историческом процессе? Пусть он сидит здесь, жалкое существо. Пусть он появляется раз в две недели. Кому от этого вред? Ну, почему я должен на него любоваться? Меня от него воротит. Будем мудры. Лучше пусть он будет при нас. Наша позиция была не слишком безупречна. Да-да. В самом деле, пусть он лучше на глазах торчит. Он простой малый. Привык к институту. Вы знаете, мне его даже жаль, ведь мы его нынче так в оборот взяли. Ну, что ж делать, если природа его обделила? Товарищи, 3 года назад Аристарх Викентич покинул нас всех, завершив свой земной путь. Он был чутким другом, мудрым наставником, принципиальным деятелем науки. Это ж ангел мой, ни в какие ворота не лезет. В сравнительно короткий период вы настрочили 3 громадных статьи. Я не могу молчать. Голубочка, вы же не Лев Толстой. Опять не забросили все дела и писали все заново. Это естественно. Прочли бы эти труды в первозданном, так сказать, их виде. От нас бы всех пыль столбом полетела. Неужели вы не можете сидеть тихо? И не соваться. Сидеть тихо – это так просто.
Странно. Я должен расти, и потом я намерен создать семью, мне нужны средства. Да какое нам дело до вашей личной жизни? Вы что, смеетесь над нами? Ничего смешного, я в коллективе живу. Я просил, черт возьми, я просил вас. Давайте по-человечески. Ну, давайте по-человечески. Не будем ссориться. Не будем. Что вы предлагаете? У меня есть вариант, который всех бы устроил. Изложите его. Возможно, мои способности скорее организаторского плана. Разумно, разумно. Почему мы сегодня вправе сказать, на административной работе они скорее развернутся. Проведите мое назначение заместителем Ярослава Борисовича. Это всех устроит. Понятно. Что? Вы что, рехнулись? Это лучший вариант, учтите. Он болен, у него мания величия. Мания грандиоза. Всю жизнь будете консультировать меня. Консультировать? Да. Я весь мозг на себя беру. Думал, благодарить будете, а вы... Мы отблагодарим, мы отблагодарим. Ну все, хватит. Это все, что я для вас могу сделать. Все. О чем я сейчас мечтаю? Нет. Гордей! Уехать с тобой! На плоту, по вольной реке, от звонков, от машин, от всех этих знакомых лиц. Я вижу какую-то бамбуковую рощу. Гордей, сам великий пан! Ну хватит! Хватит, перестань! На, кури. Понимаешь? Либо пан, либо пропал. Тут, можно сказать, жизнь решается. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Да, грешница я, и вакханка. Да перестань ты, наконец! Гордей, что же делать-то будем? Он ведь и дальше творить будет. Ой, дорогие мои, только не это. Мне мало жить осталось. Самому надо кое-что сделать. Vita brevis est. Что? Говорю, жизнь коротка. Главное, про хвост. Чуть строчку напишет, сейчас же нам благодарность. Ведь по рукам вяжет. Я, друзья, думаю, что надо принять его предложение. Вот именно. Не решитесь принять. Будет он заниматься организацией, деловая смекалка у него есть, оставит он, наконец, всех нас в покое. Аркадий Глебович прав. Дел у нас много, лет нам осталось мало. Черт, вы правы. С ним только свяжись, одних заявлений полное собрание наскребет. Только условимся так. К научным вопросам его не подпускать. На пушечный выстрел. Вот это я беру на себя.
Мы женимся, отец. Ну что же, дело ваше. Проект вашего назначения составил. Желаю успехов на административном поприще больших, чем на научном. Поскольку мы с вами вступили в родственные отношения, директором мне оставаться нельзя, чему я рад. Какой я директор? Ну, будьте счастливы, как умеете. И радостные вести потрясают. Да, совсем расчувствовался старик. Весь искрящийся, полный жизни, я буду называть тебя друг-мужчина. Ладно, называй. Только я со своей стороны... Требуй. Требуй, я все исполню. Людей пускать с разбором. Да. Да. Все! Хватит! Сыт по горло! Надоело! Горушка! Конечно! Ты теперь стал большим человеком! Где же? Нам до тебя рукой не достать! Вот что я скажу тебе по старой памяти. Не на ту дорогу ты вступил, Гордей! Заведет тебя эта дорога! Поедем в Ростов. Не видать тебе счастья, если меня оставишь. Надежда Павловна, с Ростовом на данном этапе все. И вы, как человек деловой, должны понять, что в одном учреждении нам работать нельзя. Ну что, учить дальше? Учить дальше? Вспомнишь, сам скажешь. Прав был Арес Мужеский, прав. Спасибо за приют. Здорово ты меня допекал, но я зла не помню. Прощай, Арес! Что это значит, Ярослав Борисович? Понимаете, дочь моя вступает в брак с моим, так сказать, заместителем. Я имею в виду Геродот Петрович. Гордей. Да-да, Гордей Петрович. И понимаете, в этих обстоятельствах занимать директорский пост мне никак нельзя. И что же будет? Мои обязанности будет, стало быть, выполнять Кабачков. Чего я рад? Рад. Ну, какой я директор? Простите.
кабачков. Широко шагаешь. Хотел бы я знать, что ты был до того, как осчастливил нас своим пришествием. Чего? Машину? Ножками, ножками. Тут недалеко. Тоже народ пошел. Скоро совсем разучится пешком ходить. Гордей Петрович. Кто там? Это я, Витальев. А, ну, давайте сюда. Ну, что там у вас? Вы отказались визировать мою тему. Вопрос повис. Ну, сейчас разберемся. Итак, ваша тема. Идейные основы древнегреческой мифологии. Ага. Основы – это хорошо. Остальное – плохо. Из этих мифов все античные философы вышли. А кроме? Не одни философы до нашей эры жили. Надо думать, там и другие граждане попадались. Я ваши мысли уловить не могу. Разве не было в тот период каких-нибудь незаурядных умельцев? Зачем искусственно сужать рамки? У нас свой круг вопросов. Так давайте расширять его. Всякая наука имеет свои границы. Мельчим, профессор, мельчим. Над чем вы считаете, я должен работать? Слушай, Витальев, хочу тебя кинуть на мастеров. На каких мастеров? На хороших, золотыми руками. Простите, вы Бог знает, что несете. Витальев! Тебе доктора дали? Дали. Будь добр, отработай. Почему вы обращаетесь ко мне на «ты»? Да, брат, культурки тебе не хватает. Чуть хвост прищемили, но трой полезла.
товарищ Ложкин? Тиходонский Митрофан Семенович. Да. А где Гордей? Готовим любимому шефу сюрприз. А какой орел! Безо всякого образования, а как взлетел. Может, пойдем перекусим за дороги? Спасибо, с удовольствием. Город какой! Будь здоров, замечательно. Мужчина, ты проголодался? Я киской что-нибудь умял бы. Ну? У тебя затылок сильного человека. Затылок тебе видней. А почему у нас морщинки? Кто нас обидел? Да расстроил меня этот. Витальев. Такой, знаешь, жук навозный. Ну, что ты хочешь, костный старик? Они думают, что я им только бензин буду доставать. Залезть в этих греках своих, безалаберный народ. Их строгости надо держать. О, я тебя боюсь, Гордей. Поцелуй меня. Нет, вот сюда, в завитки волос. Какой мы будем с тобой жить, наполненный яркой жизнью, Гордей. У нас в доме будут певцы, поэты, музыканты. Пускай ходят. Бляхова пригласим. Какого Бляхова? Бляхов. Известный химик. Он что-то разводит. У него экспериментальная лаборатория. Спирт, что ли? Самогон, наверное, варит. Горди. Ты открыл мне миры. Да. Его нет. Не знаю я. Примет нас нынче, Гордей Петрович. Его нет. Знаем, что нет. Будет ли? Не знаю, у него дела. Ну, у нас тоже дела. У него дела особые. Что вы так сердиты, милая? Уезжает. Кто уезжает? Гордей Петрович. Ну и куда же, если не секрет? Я не знаю. Да кто вам сказал? Ложкин. Покидает нас, говорит Гордей Петрович. Ну, ты выглядишь просто замечательно. Только чуть побледнел. Ты когда приехал-то? Да не спеши ты. Я дело второе. Сперва скажи, как это все у тебя получилось? Ты живешь в гостинице? Успокойся, я буду жить у тебя. Ты что же, обосноваться здесь хочешь? Да ладно. Да. Ты знаешь, я думал зацепиться в твоем институте. Я был там сегодня. Это Ложкин меня сюда вызвал. Твои сослуживцы мечтали сделать тебе сюрприз. Паразиты. Нет, такое отношение надо ценить. Ты знаешь, как Ложкин меня встречал? С цветами. Да, сразу видно, что он тебе здорово предан. Когда я рассказал о тебе, он даже руки потирал от удовольствия. А?
Руки, говоришь, потерял? Да, но веришь, он никак не допускал, что ты самоучка. Но тут уж я за тебя горой. Причем высказал это в форме народной мудрости. Бывает, говорю, такой бриллиант, над которым долго трудились ювелиры. Так это как раз не Кабачков. А бывает кусок алмаза, слиток, к которому не прикасалась рука человека. Вот это уже наш Кабачков. Да. Имел бы он диплом, это был бы не номер. А нас, говорю, в один день с ним из школы поперли. Помнишь? Сволочь. Потом он поверил. Это и тебе я говорю, сволочь! Чего ты сюда приперся? Кому ты нужен, гнида уголовная? Ну-ка, давай отсюда, чтобы тебя не бить здесь. Ты чего? Ну чего ты? Вот познакомься. Мой друг детства. Друг боевых и юношеских дней. Тиходонский. Митрофан Семенович. Ираида Ярославна. Очень, очень приятно. И дочь падишаха, правителя города, осажденного кочевниками. Гульдурсун много дней смотрела со стены на молодого красавца, сына царя завоевателей, и полюбила его. Она послала к нему служанку с письмом, в
котором рассказала о своей любви и о том, что силы ее соплеменников на исходе. Орда ворвалась в город. Она не знала жалости ни к осажденным, ни к предавшим. Арест. Надежда у тебя? Начатое человеком продолжило время. Какое тебе дело, черт побирай? Разыщи ее. Даю тебе 10 минут. Сейчас мы побываем с вами в Африке, но не... Что случилось? Прямо говори. Завистники одолели. Хорошо еще трудовая книжка при мне оказалась. Опыт помог. Арест! Боже мой. Гордей. Надюша, собирайся, поедем. Куда? В Ростов. Вы опоздали, Гордей Петрович. Моя фамилия Мужеская. Что он мелет? Уникальный наглец. Убери его, неужели ты не видишь, что мне вредно его видеть? Куда же вы теперь? Мир не без добрых людей. Возьмите на дорогу. Значит, вы знали его раньше? Еще как знал. Нет, меня этим не удивишь, Мазурик. Ну, естественно. Рос без родительской ласки. Мизер. Извините, это родители росли без его ласки. Он же воспитывался в детдоме. Вы меня просто поражаете. Стали бы его в детдоме держать. Скажите, голубчик, чем вас отблагодарить? Да уж, право, не знаю. Говорите, без церемоний. Смелей, дружок, смелей. Ну вот если мне... Если бы мне остаться с вами, потому как с детства мечтал о науке. Ну что ж, это весьма похвально. Любовь к науке – это святое чувство.